Окей, продолжаем. Где там эти твари? Дайте мне на них посмотреть вплотную, пожалуйста. Держи. Держи. Он еще и брыкается, скотина. Чуть тебе не достает в жизни, а? Дробовика, может быть? Короче, против этих тварей как-то не очень все это дело. Капитан, вам необходимо найти лифт, ведущий на верхний этаж корпуса управления. Держите. 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 Вроде всех завалил. Да, три бочки как раз хватило. Ну, не совсем всех, конечно, но с этим-то вообще все легко. С ними проблем таких, как с синими, нету. Ну, синие все-таки спецназовцы, это понятно. Все-таки дайте мне гребаный автомат. Я хожу уже не знаю сколько без автомата. А можно восстановить тачку? Видимо, нельзя. Так, есть ли здесь какая-нибудь бочка, которую можно как бы... Вот, можно ее вот так вот сделать. Главное ее сейчас не швырнуть, а именно положить. Ты можешь как-то... Да, вот так вот. Нормально. Вообще нормально. Очень даже неплохо. Ноль эффекта просто. Вот это может быть. Да, вот это вот. То есть надо вот именно вот такой вот ящик положить, чтобы сработало. Классно вообще придумано, блин. А полная бочка типа не катит. Замечательно. Немножко боеприпасов, улучшения для вооружения. Не зря полез сюда. Так, ладно. Берем в руки дробовик снова. Здрасте! Ты еще хочешь на меня нарываться после того, что с тобой, с твоим коллегой стало, а? Да иди ты нафиг, а? Отвалите, господа. Да зараза. Полная зараза. Непотребство. Еще и бочкой задело. А их не задевает, главное, сволочей. Вовремя отличился. Ничего не скажешь. Такое ощущение, как будто пока они в невидимости, их нельзя убить. Слышу, что они как-то рьяно противостоят дробовику, пока невидимы. Ладно. Потратили пару аптечек. Держи. Наверное, комбинировать надо удары из этого сингулярного аппарата и... выстрелы из дробовика. Тогда они каким-то уязвимыми становятся более-менее. Нет, эта бочка стояла там просто так. Я думал, может что-нибудь обвалится. Мне не нравится новое молоко из нашей столовой. Оно оранжевое и светится. Когда я его пью, у меня такое чувство, как будто я старею. А когда макаешь туда печенье, оно рассыпается в пыль. Небольшая проблема. Там... новый сорт голландских коров. Вот и все. А вот это мне не нравится. Зря я, наверное, так сделал. Себе больше здоровья отнял. Старение. С помощью МВП можно состарить противника.
Нажмите Q, чтобы состарить Зика. Он начинает перемещаться во времени и из-за этого снизить скорость. Весело. А почему сразу не в пыль его превращать? Вы должны подняться на лифте на верхний этаж. Что таким приказывающим голосом-то? Начинаю забывать, давно это было. Ты как здесь 50 лет выживал, интересно, парень? 50 гребаных лет, без еды и воды. Ну вот-то можно, наверное, достать вот. Все остальное это проблематично, наверное. Накладная, 4 горелки Бунзена, 1 тестовый объект, 3 печатные машинки, 50 коробок печенья, 53 литра молока с добавлением Е99. Богато, однако, у вас на складе. Чувствуется роскошь во всем этом перечне. Иди нафиг, а. Вот это мне меньше нравится, честно говоря. Лифт не трогай, скотина. Не для тебя построили, слишком тяжелый. Завидуешь, наверное, моим покатушкам. Слушай, ты так и будешь приставать? Вот не надо вот этого. Вообще бешеные препараты. Опять патрон для автомата, которого у меня нету. И, видимо, до конца игры не будет такими темпами. Автомат! Нет, технология Е99. Отлично просто. Не прогрузившаяся дверь. Тоже классно. Что тут некоторые участки вот просто не хотят прогружаться. Вот что с ними делать? Ну это ж страшно. Здесь все нормально. Здесь видно, что все прогрузилось. Не сверхкрасота, конечно, но... но нормально. А, то есть закрыли дверь, сразу же прогрузилось. Интересно. Это дневник доктора Василия Коркина. Вчера ночью я снова видел его. Испытуемый Альфа из опыта по телепортации. Уже в четвертый раз за последние 2 недели. Он возникает из ниоткуда. С каждым разом он кажется все четче. Признаюсь, он пугает меня. Немного. Его глаза полны ненависти. Так, ничего в этой комнате нет, поэтому топаем дальше. Опять эти растяжки, да чтоб вас всех, а? Ну вот это прикольно было. Мне что, их вот так обходить? Здесь я ничего не обойду. Зараза. А, можно было предметом кинуться и все. Но с той стороны были предметы или нет? Не было здесь никаких предметов. Так что фиг кинешься. Нечем кидаться. Сейчас вы должны видеть двор, который вам предстоит пересечь. Не хочу я ничего пересекать. Успокойтесь. Там большой злой синий дядя. Спецназовец. Двухметровый, блин. Вы думаете, я очень сильно хочу это все встречать в метре от себя? Или как? Записка. Полковнику Иванову, отдел вооружения, отправитель доктор Глушко. Полковник Иванов, поймите, пожалуйста, что я очень ценю профессора Коркина, но в последнее время он ведет себя слишком странно. Он говорит сам с собой, стал крайне раздражительным и нервным до паранойи. Кажется, он переживает серьезный срыв. Не могли бы вы встретиться с профессором Коркиным? Может, хоть вы сумеете уговорить его взять отпуск или обратиться за профессиональной помощью? Заранее благодарю. Анна Глушко. Да ну нафиг, а? Да ну нафиг.
Не хочу я в этом участвовать. Погодите, дайте мне хотя бы. Нафиг я это улучшил. Дайте мне автомат хотя бы. Ну хотя бы автомат. Без автомата никуда. Никто не понимает, видимо, такой простой мысли. Записка. Мы еще не нашли американца, но он должен быть где-то на острове. Мои люди продолжат поиски. Возможно, доктор Барисов что-то скрывает. Демичев. Окей. Нафиг я это восстанавливаю? Если бы здесь чертеж этот можно было кое-как взять... Было бы одно. Но его взять нельзя. Картина. И что? Ничего там потайного не открылось? Я поправил картину, господа. Так, ну это уже дальше. Или это дальше? Записка. Хоть бы доктор Демичев отпустил меня домой. Сегодня плохо себя чувствую. Где мое ведро? Твои жигули. Они на улице. Так, это мы видели прекрасно. Так черт с картины-то? Я просто так ее поправил? Или все-таки там было что-то потайное, может быть, нет? Он заварил всю эту кашу. Ладно, ладно. Сюда идем, да? Так, технология, отлично. Есть чем кинуть-то. Народ. Нашел, что кинуть разбитые бутылки. Отлично, вместе с осколками. Ну, толку немного, я бы сказал. Вот так вот. Не хочу я с этим парнем встречаться, честно говоря. Но придется. Здорово, что ли? Успокойся, может, а? Отлично, мое туловище еще не прогрузилось. Че он не хочет прогружаться? Тебе 4 гигабайта оперативной памяти мало, что ли, в видеокарте, или что? Или 16 гигабайт оперативной памяти обычной? Видимо, мало. Записка. Я начертил схему хранилища, в котором собираюсь спрятать МВП. Строительство займет много времени и сил. Его будет трудно скрыть. Кому же доверить эту работу? Борисов. Себе, сам строй. Картина. Так, а мне в этот пролом нельзя, что ли? Или все-таки можно? Можно, что-то как-то это странно все. Да, здесь не проход, здесь дополнительные бонусы.